А сейчас мы вышьем вот такие узенькие листочки чистотела. Вышиваются они простой двусторонней гладью, такими косыми стежками. В общем, здесь, откровенно говоря, никакой сложности нет. Вы могли бы даже и проложить контуры, а можно и без контуров, вот так. Они узкие, эти листочки. Даже можно и без контуров их вышивать такими косыми стежками. Вот видите, здесь немножко пропуск образовался. Дальше я вернусь назад. Прошью еще один стежочек, который закроет этот пропуск. И дальше пойдем. Вот таким образом вышиваются эти узкие листочки. Простой двусторонней гладью. И совсем узкое место. Вот так. Можно вернуться еще на один стежок выше. Прошить. Теперь мы будем вышивать следующее. Видите, что я делаю, чтобы перейти к вышиванию следующего стежка. Я не буду обрезать нитку. Я просто поднимусь до нужного мне места, и вот эти стежки, которые вышли на поверхность, они будут закрыты гладью, но они дадут дополнительный объем. А это очень даже хорошо. Ну вот здесь у нас листочек частично уходит под лепесток цветка. И здесь, конечно, здесь будут очень короткие стежки. Нужно очень аккуратно шить. Вот видите, здесь у меня пропуск образовался. Я вколюсь между этими стежками и закрою этот пропуск. Вот таким образом вышивается в этом месте. И сейчас мы уже выходим. Еще вот здесь вот подошью поплотнее, чтобы было. И сейчас мы уже выйдем на нормальную ширину
Вот смотрите, что я делаю. Немножко вниз пошла, а теперь наверх поднимаюсь, закрываю эту пустоту. Вы всегда можете, вышивая гладью, всегда можете вернуться и зашить то место, которое вы считаете, что нужно отредактировать. Вот я сейчас опять редактирую. Вот, и продолжаем шить. Итак, мы дошьем с вами до конца этот узкий листочек.